урочное, не богослужебное время, за исключением литургии и вечерней службы. В Георгиевском храме города Видное специально для этого поставили небольшую звонницу. Пасха – это особенный праздник, который, ну, праздников праздник и торжество из торжеств. Самый главный, самый важный христианский праздник. И чтобы вот этот почувствовать, как бы, эту торжественность, в том числе и простые люди, которые, ну, в обычное время не могут подняться на колокольню, не могут там позвонить в колокол, для них специально устраивается такая звонница маленькая, небольшая, чтобы они вместе с детьми, вместе со своими родственниками могли бы тоже, как бы, вот это торжество проявить таким образом через колокольню.